Более 50 ребят побывали на форуме «Армия-2023». Среди участников – воспитанники военно-патриотического объединения «Сова», а также активисты регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», «Молодой гвардии» и «Единой России». Программа началась с экскурсии по главному храму Вооруженных сил России. Это уникальный объект, посещение которого произвело на ребят незабываемые впечатления. Много очень икон, которые даже новые привезли недавно. Все такое удивительное и сказочное. Просто все плохие мысли сразу уходят, как только сюда заходишь. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации – духовный символ России. Его строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Профессиональные экскурсоводы познакомили школьников с историей храма, его особенностями и объектами. Как мне кажется, это наше наследие, которое должен изучить каждый из нашей молодежи. И как-никак это патриотическое воспитание, которое тоже немаловажно, особенно в нынешнее время. В рамках форума участники из Химок познакомились с инновационными технологиями в сфере военной техники, от формы для личного состава до самых современных танков и боевых самолетов. Также ребята посетили музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к победе». Все наши дети хотят поступить в военные учебные учреждения, пойти в армию. Для них такие экскурсии очень важны. У нас ежемесячно, помимо тренировок, культурная программа. Вот на такой масштабный мы выезжаем второй раз благодаря администрации. Посещение храма Вооруженных сил России, музейного комплекса и экспозиции форума «Армия-2023» организовано при поддержке Министерства обороны. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.